love to hype it up, but it doesn't create a needle match here at all. No, listen, what? One of the sport's most familiar faces, putting down the microphone, picking up the cue, and reminding us he can still play a bit. Six times a ranking event winner, former world champion, three times a UK finalist. Экс-чемпион мира, победитель шести рейтинговых турниров, представитель Республики Ирландии Кен. И, наконец, представление Рони О'Салливана. Six UK titles. He's back as defending champion. Шестикратный победитель чемпионата Британии. Winner of this season's Shanghai Masters and the champion of champions. Five times a champion of the world. Blink and you'll miss him. The Rocket, Ronnie O'Sullivan. Ракета, Ронни О'Салливан. И у стола... Гилберт с Эбденом, Хайфилд с Брюсселем. Ну и все, на плей. Дальше только... Ландец. Так что Ронни просто отыгрывается. Ну что из профайла? Про... Это Британии. Ну и знаете, и счет, ну, довольно почетный для Доерти. Он выиграл вот это девятая победа Кена, ну, между этими соперниками. А вот про Кена Доерти. Окей. 68-я, по с небольшим стажем удивятся. Ой, ошибся, Кен. Есть максимум в 2012 году. Кен его сделал. Шестая его победа была в 2006 году, не помню. А вот Кен Доерти, брейк там сложнейшая была позиция, какая сложная. Ну, потом была история, что таких титулов я перечислю, разных титулов имеет. Вот, ну, у Кена Доерти три, но таких более. Ну, что еще? В этом году пришел самый главный успех. Встречали на улицах Дублина Кена Доерти. 1998 год, вот когда он защищал свой титул. 27. Нет, был уже. Проиграл, короче, Марку Уильямсу. Продолжает атаку Кенду. Есть, но выход осуществляется достаточно сильным ударом. Прошел. Дважды он выигрывал турнир Scottish Masters. Это продолжает атаку. Он нашел шар в левый. Ну, как сказать... Предоставили Джеймсу, вот они, и этой причине. Но это гуманно, это правильно. Если хочет играть такой вот спорт... One. Едва начался фрейм, и Ронни уже в атаке. Ну, лишний раз стоит нам 15. Вот так юбилейный брейк совпал с максимумом. Ну, если максимум будет сейчас, у Питера Эбдена. А вот Сэм Бэйт уже два фрейма выиграл у Гэри Уилсона. Фейлом середина. Обыгравший Шона Мёрфи в первом раунде. Плохо играл в той встрече. Ну что кривить душой? Конечно, Ронни, но то, что Кен Доерти так не усаривано, не зазорно никому. Так что тут интересно, может Кен и это... Который обыграл в первом раунде Марка Селби. Произошло что-то, ну... Но очень необычное, очень необычное. Девять раз не смог выйти из этого снукера Акани. Потому что после этого удара на удачу упал Флюк.
И с этого флюка началась серия Акани и вышел из снукера. Но на что тут можно такой... Черный не просто перерезал Кен. Ну вот уронил его. Ой, здесь сложный удар. Луза была несколько... Точен удар Кена Дуэрти? Выгодно даже убрать черный с такой позиции. Нет, забить не удалось. Но шар забит. Есть вы. Позор там был между красным и розовым. Шар сыгран. И Рони отыгрывается. Вот... Очень хорошо идет биток, это снукер. Молодец, Кен. Все есть, желтого выход на зеленый просматривается. Ну что ж, ключевой удар, надо забивать. Шар сыгран. Потому что с рестом играет Рони. Точен удар, выход, замечательно. 1-1. Ну, это вряд ли атака. Нет, все-таки пытался забить шар. Огорчен этим. И сказал так... Ну, слово такое, мусор просто, а не рест. Расположись удобнее. Но всегда это после... Джону нужен какой-то ком. Ну, возможно, сделают... 15. Выход хороший сделал Кен. Нет, ну, пока свою игру... Размочил счет 1-2 у него сейчас будет с Сэмом Бердом. Герри на хорошей серии. Уиткина просто шикарная позиция, но надо ее до конца доиграть. И побыстрее. Еще будет отдельный разговор. Сотен очень много на этом турнире. В первом раунде 71 трехзначная серия на этом турнире. Ну и это снукера. Лучшая серия за Джо Перри 143. По количеству сотенных серий, ну, выделяется Нил Робертсон, у него 4 сенчури. У Джека Лисовски 3, у Сяо Годуна. И группа игроков, которых по 2. Если говорить о сезоне, то Нил Робертсон лидер, приличная серия и 2-1 в его пользу. Ну, розовый мог 20 минут. Начали говорить про количество сотенных серий. Вот Рони вступает. 8 серий. Четвертый Трамп, 27. Розовый. В соответствии с правилами. А, нет. И опять плохой удар. И обратите внимание, опять Эбдена с Гилбертом 2-1. У Брицеля с Хайфердом 1. Еще быстрее темпу Кена Дуэрти. Показатель меняется не так быстро, потому что учитывается-то большое количество ударов. Пол Дэвис, он сейчас играет более 30 секунд на удар. И Мартин О'Доннелл еще целых 22 сотых секунды на удар. Да и
Кена 93%, а Уроне всего 82%. Не уверена. Но и вот фреймбол был сыч. Но пусть не беспокоится, пока его болельщики соберется с мыслями Ронио Салливан. Вот есть иногда так болельщики пишут обраться. А вот Ронио Салливан, вот тут случай другой, что пока не трагедия. Нужно играть, нужно полусотенная серия. Лучшая серия 77 очков. Турнир World Open. Сразу же проиграл Саймону Лихтенбергу. Indian Open. Победы было у Кена Доэрти. Ну, арбиток. Ай, падает. 54 матча, не могу все их упомнить, понятное дело. А вот с руки. Довольно зло все-таки справа. Тар. Кен отправил его в лузу. Вот выход. Средний. Вот только теперь я добрался до протокола матча Кена Доэрти. То есть сегодняшняя серийность форму. Кен из сектора D сыграл Тани Красный. И не так же уверенно, и благоприятный угол в нужную сторону. Или один. Нет. Возможно, Ронни просто решил размяться, потому что, ну, почувствовать движение шаров, необходимый тонус, действительно присущее Ронни Салливану. А Ронни этим занимается, я скажу, что на других столах происходит. Утвердом Кюрира его. Гилберт Эбден 2-2, но Дэвид на серии. О'Доннелл 2-1 с Чинь Фэйлуном. Равный третий фрейм 21-17. Так, ну вот, снукерить Ронни и не будет. Он последний красный тоже постарается. Нет, он выход. Сейчас ситуация такая. Три снукера даже нужно Ронни Салливану. 44 очка отставания. При дефиците в три снукера. Я мало что. Ему надо снукерить. А вот интересно от губки. На свободный шар. Вот почему не было смысла забивать красный, пусть даже с черным. Ну, Кен просто попал в красный. А красный на ближнюю половину. Нет. Ответный снукер поставил Кен. Ошибается Ронни, еще и 6 очков штраф, скверное настроение. Тут, видите, свободный шар. Я пока вот затронул вопрос, значит, разные сроки указывают, с учетом, как говорят, отсиженного, да, Кену и 10 лет, 9 месяцев. Новый фрейм, и тут же следует атака Кена Доэрти. Но не очень неточен удар. Биток прав. Но Ронни игрока терять. Этот игрок очень много зрителей привлекает. Но согласитесь, вот болельщики Ронни не теряют надежды, что все может еще повернуться. И так бывает довольно часто, когда результатом.
Значит, договорной матч, когда два игрока, дается выиграть три фрейма, неважно в какой момент, и игрок начинает, просто сдает такое. А почему гуманно обошли? Постарайтесь выслушать его внимание с фиксированным результатом. А Стюарт Бингхэм помогает игрокам и их близким делать ставки на снукер. В социальных сетях где-то, что вот, мол, ой, какой кик у Кена Доэрти. Бизнесменами и встретились с снукеристами из Восточной Европы, любителями, чей уровень 4-2. На что Джон ответил, да, конечно, профессионал так скажет, что а вы готовы сделать так, чтобы вот фрейм другой отдать? Вознаграждение в 300 тысяч фунтов стерлингов. Слушайте, ну откуда взять турнир? Он был бы скудным. Где взять такие деньги, чтобы только, значит, заплатить? И самое главное, сделано-то ничего не было. Был только об этом. То есть эти журналисты с работников... Ну вот он ведет, например, в финале 7-2. Большой перерыв. И он делает ставку против себя. Ой, во второй сотне. Но это никакой не... специальный вариант, ну, номе, которое никак не хочется портить. Ну, посмотрите, вроде так вот сложилось. Ну, а Кен Доэрти... Был удар с него, легче было делать. Ну, удар точен, и, по-моему, верхний красный будет играться. Дин ищет снукер на последнем красном, а он проигрывает селту 1-2. И за этой концовкой можно по Евроспорт плееру. А это... Фал, and a miss. Кендо. На этот раз удар... Нет, нет, не упал красный. Извините. Это не так просто. Большой угол есть, небольшой. Но этого хватит. Бить этот шар. Так, удар точен. А, так это уже все... Comprehensively outplayed before the interval. But O'Sullivan has remained calm despite 62. That red gun in, and Doherty's, that stayed on the lip. 68. Belatedly, Ronnie O'Sullivan comes to the break building party. A clearance of 75. Zwycięzca z tej Angel Bingham z Mafflinem. Bingham prowadził 4-0. No, aby wygrać w 11 partii, także w pierwszych frame'ach. Na tej powtórce mieliśmy i po niej spada na czarną w ten sposób. Co sugerowałeś, no, że to była taka chyba maksa, tak, no? Tak, znowu grafikę zobaczyłem i czarna. Czarna nie był. Drugiej czerwonej będzie musiał szukać wyjścia na niebieską. Trzecią. No, delikatnie to nie było. 26. Czerwoną do prawej i drugą czerwoną do lewej narożnej. Biała bila. Agresywnie, mocno to musi pograć na Sullivan, żeby tę moc do gry. O, tu ledwo. Nisko musi ją wybijać.
na 68 przewagi lub niebieska wydobycie czegoś z tej swojej karierze. 61. Jest trochę więcej precyzji. Nie każde wbicie czyste, ale jednak bile w kieszeniach. 69. Partię. Mhm. 2 godziny naszej transmisji. Jeszcze nie dokończyli partii czwartej. Mhm. Jeszcze nie zeszli na regulaminową przerwę. Вся зеленого шару. Я не видел такого. Но здесь флюк у Рони упал. Продолжения нет. Селт, Дин, 3-1. Гилберта удивляет тем, что 4 сенчури провел, это плохое. Сделал и только 3-2, и сейчас может 3-0 с полом. Что он тут придумает? Нор. Или на зеленый, на розовый. Но все-таки... И через шар прошел. Между красными проводка есть. А Кенни за... И черные. Так, у борта и остаются. Ой, не забивай. Бывает, ну, от дня мер. Эйт. In the frame right. That's much Ronnie O'Sullivan обслуживает Марсель Эхард поколение. Ну а что касается истории с судейством матчей, именно с учетом. Очень важный момент – это выбор позиции. Судьи знают, когда Экхарт и максимум Рони отсчитывал, и все. Нормальный судья, но вот сегодня... ...правильно его на матче Рони, но сейчас сам я снукер женщины-судьи. И сейчас женщин очень много, красный довольно далеко сдвинулся, но Казани. Вот Татьяна на турнире, на таком важном, судит. Ведь есть у судей такой пул A. Но в этом пуле A есть еще подразделение A. С Рони был. Татьяна была чуть ли не на каждом телевизионном матче. Тут ведет счет. Четко, красиво произношение. Так, что не мешает проводить нужную резку. Ну, точен удар Рони. Ну, Дин имеет небольшой перевес. Надо Дину, они есть в его распоряжении.
два хороших с Селтом. Если играли в пользу Кена, но играют там на количество. Нет, посмотрите-ка, какую игровую дисциплину Рони играет на победу, потому что вот при таком перевесе 65 очков, вернее, при таком черной стороне, с красными, за коричневый, за желтый скорее идет. Так, второй слева красный выбор, что ли? Второй, да. Рони специально не стал отыгрываться. Так что на перерезке отыгрыш. А вот это хитро. Перерезал. Значит, не... Еще раз фреймбол играет Рони О'Салливан. На этот раз не попадает. Заводить мир. Нет, чисто был проведен удар. Первым был розовый. В матче Хайфилда с Брюсселем. Брюссель сделал 3 сотни, но проигрывает 3-4 последним. А это... секунд на удар. Хороший там, быстрый. Вроде делает насильный удар. Кен рассчитался. Ай, перерезал. We'll show you long of China. What a match it's been. What drama do we have left in? That's a full 3 seconds quicker than he would normally play. Now he can see the red to the middle. What a shot! Let's see a better one than that. Much whiz on the cue ball. He just came through it. Win a match in spectacular fashion, I should say. Decisive frame in the Welsh Open final against Ding Junhui. 17. Didn't bet against him going out with all guns blazing here. Next time round, though. 25. Nice. Run out there. The chance of a counter-attack for Doherty. Well, I think he... But he's taking this red on, I feel. Now he knew he'd missed it.
not a good kiss. Oh, another great... Seven. Point lead. 15. He's had to show in the first five frames of this match. He was a bit unlucky to lose the one he did. And he's now looking good to complete the comeback. Well, that was a delightful shot. He puts red. 37. So he give a little punch. The table, whatever he might say beforehand, he is a winner. Better able to handle defeat these days. 43. But it's not happening very often, is it? Five defeats so far during this campaign. In Ken Doherty, who has played out of his skin. 51. Hasn't been enough to topple the Rocket. The occasion, my goodness, he's done that. And he's contributed to a fantastic match. Yeah, Sullivan. Brilliant match. And a lot of...